На основании поручений данных главы государства в ходе визита в Ферганскую область 11-12 июля текущего года в Кувинском районе ведутся строительно-монтажные работы. Об очередном адресе расскажет наш корреспондент. Сегодня Кувинский район можно сравнить с огромной строительной площадкой, на которой возводятся и реконструируются объекты социальной значимости. А предшествовали этим переменам задачи, поставленные руководителем страны в ходе рабочей поездки в Ферганскую область 11-12 июля текущего года. Особый акцент был сделан на решение проблемных вопросов населения, создание для них благоприятных условий с целью повышения уровня жизни. После чего республиканской рабочей группы были проведены соответствующие изучения, которые, в частности, позволили выявить ряд недостатков, связанных с материально-технической базой, медицинским оборудованием и, в целом, состоянием инфекционной больницы Кувинского района. Медучреждение, построенное почти 70 лет назад, нуждалось в капитальной реконструкции. Для этой цели были выделены средства в размере 3,5 миллиарда долларов. В настоящее время ведется реконструкция 5 зданий, а также возводится дополнительная двухэтажная. Я периодически прохожу здесь лечение, и прежнее состояние данного медицинского учреждения оставляло желать лучшего. Честно, я с восхищением смотрела на современные здания столицы, очень хотелось видеть эти современные условия и в нашем районе. Как видите, мечты воплощаются в реальность. Слова благодарности в первую очередь нашему президенту. Своевременная реализация всех этих задач находится под должным вниманием. В частности, органами прокуратуры осуществляется и контроль, и оказывается необходимое содействие. Принимаются также соответствующие меры по подготовке объектов социальной значимости к осенне-зимнему периоду. В 3 школах и одной дошкольной образовательной организации района ведутся работы по текущему ремонту. Планируем завершить их к 1 ноября. В целях обеспечения населения бесперебойной электроэнергии была заменена линия электропередач протяженностью 5 километров. Картина созидательных работ, которыми охвачен Кувинский район, более масштабная. И мы показали лишь часть из них. Цель всех этих мер, чтобы люди чувствовали проводимые реформы не на словах, а в действии.